Продолжаем наши упражнения. Вот кое-где бликует все. Следующее упражнение — это я просто-напросто, вот они у меня клеевые грибочки, достаточно маленькие, они тут, ну, не знаю, может, миллиметров 6-7-8, дело не в этом. Я их буду просто наклеивать, передергивать, чтобы были шишки, и их учиться разбивать. То есть упражнение для того, чтобы пользоваться навыком забивания шишечек. Вот. Сейчас берем, клеим и дергаем. Надергаем шишек, и потом их надо будет аккуратненько разбить. Ну, тоже, опять же говорю, это не в идеал. Никому это не надо. Вот, иначе нет смысла, как говорится, передергивать тут. Это просто-напросто тренировка. На первом я немножко клея, на втором побольше, на третьем еще побольше. Приклеил клей, то есть слой потолще. Вот. И сейчас клей остывает. Берем мини-лифтер и сдергиваем эту всю красоту. Образуются шишечки. Берем обыкновенный простой пробойничек, вот такой, и им забиваем шишечки. Берем потихонечку тянем, потянем, вытянуть не можем. Бам. Готово. Один есть. Берем второй. Вот там второй у нас. И третий. Потихоньку. Вот он третий. Вот хорошо, когда при отстреле, вот здесь вот магнит есть, и никто никуда не падает. Вот, убираем клей. Он тут даже без спирта, в принципе, отклеивается. Ну вот она, наша поверхность. Такие вот у нас некрасивые шишки, их надо забить. Опять же повторюсь, вот он пробойник, и вперед из песни забиваем. Поехали вперед. Ну вот они видны, раз, два, и вот здесь вот еще небольшой след остался у нас. Вот он три. Хотя нет, я ошибся, это не то. Вот оно, то место. Вот. Раз, два и три. Вот здесь. В лампе видно. Вот здесь небольшая такая вмятинка осталась. Вот. Но мы ее оставим. Забиваем следующий. Плохо, что камера снижит. Не хочет снимать. Так, попробуем в теплом. Ну, давай, давай. Так вроде поменьше снижит. Вот они, две наши шишечки. Раз и два. О! Навелась на резкость. Здесь вот маленький нюанчик. Вот он. Вот оно, это место. Я показываю. Вот там небольшая ямочка осталась.
Продолжаем. Наши тренировочки. Вот очень хорошо видно. Одно, второе и третье. Вот в центре одно место забили. Вот оно, второе место. Это видно, потому что все-таки кончик инструмента немножко следит. Вот мы видим одно место. Особо там неровностей таких нет, просто такие как бы белесости. Вот оно, второе место. Опять же, там все более-менее ровно. Ну и третья шишка мы видим так. Вот для сравнения я в отраженке, сейчас наведу резкость. Вот она, шишечка видна. И вот они, белесые пятнышки видны. Хотя вот по линии видно, там чуть-чуть шишечка есть. Вот. И вот второе место. В принципе, все ровно. Вот шишка видна, да? Наклепчик такой виден. И еще надо немножечко забить. Все, продолжаем. Продолжаем мы наше тренирование на компоте. Убираю лампу подальше. Как говорится, в классических моментах. Ну вот, что мы видим. Вот она, первая вмятина была. Так. Вот здесь была первая. Вот здесь была вторая. Вот, здесь была третья. Вот так вот. В принципе, здесь вот такая небольшая вмятинка осталась. Но. По большому счету, вот их видно. Вот, по наклепчикам я их сейчас отмечу, и мы их посмотрим еще раз в лампочке. Вот видно их. Вот он раз, вот он два, и вот он три. Вот еще раз смотрим. Раз, два, три. Вот, теперь смотрим еще раз в лампе. Неплохо получилось. А если еще учесть то, что, допустим, в холодном свете. А если еще и полирнуть эти места полирольчиком, чтобы убрать наклепы, будет вообще хорошо. Сейчас мы это сделаем. Вот мы сделаем вот так. Сейчас вот так. Линии здесь как бы разобьем. И вот эту серединку разметки мы ее трогать не будем, остальное все полирнем. Ну, я этот процесс раз вот сниму. Вот, видны вот эти вот как бы наклепчики от пробойничка. Вот, вот в линии мы смотрим. Вот тоже. Здесь немножко вот линия пляшет, но ничего. Нам не на выставку. И третий. Вот они три. Сейчас полирнемся. Ну вот. Смотрим. Вот они, наши линии остались.
Это пятно, вот это не то. Чуть мы полирнулись. Вот, все нормально. Вот так вот и тренируемся потихоньку. То есть вот по этой линии и здесь вот раз, два, три было. Здесь вторая была. И вот здесь в перекрестье было третье. Все четко. Всем спасибо. Пока-пока.